Город заинтересован в том, чтобы студенты медицинского института, а соответственно выпускники медицинского института, которые являются жителями города Димитровграда, вернулись к себе домой, в наше учреждение здравоохранения, и, конечно же, мы своей жизни вам доверим. Встречу в администрации со студентами и выпускниками медицинского факультета УЛГУ организовали для того, чтобы понять, при каких условиях молодые специалисты вернутся в родной Димитровград и хотят ли они этого. Ну, в дальнейшем я вот планирую остаться в Димитровграде. Ну, сейчас я как бы еще не решила точно, куда я потом останусь ли я здесь. Пока еще я думаю. А Елена Сорокина уже закончила обучение в институте. Она будущий рентгенолог. Планирует учебу продолжить в интернатуре. А в каком городе будет жить, еще не определилась. Что нужно сделать для того, чтобы вы твердо приняли решение остаться в городе Димитровграде? Конечно, хочется. По словам выпускницы, важны условия труда, стабильная работа. Есть еще один момент. Естественно, хотелось бы жилье. В свою очередь, власти города и клиническая больница готовы многое предложить молодым специалистам. К зарплате ежемесячные стимулирующие выплаты. По 7 тысяч рублей за найм жилья. Кроме того, на год за каждым молодым специалистом закрепляется наставник. По словам выпускников, эти предложения вполне могут повлиять на положительный выбор молодых специалистов. Юлия Лаптева, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.